Всем привет, с вами Камиль Лирида. И это мой первый летсплей на моем YouTube по Sims 4. Да. Так. Тут у нас живет 6 персонажей. 5 подростков и 1 старушка. Давайте я вас с ними познакомлю. Начнем с самого старшего. Это Марго. Марго Джонсон. Так, посмотрим ее характеристики. Она активная, чистюля, гурман и утонченный вкус. Мечта всей жизни. Шеф-повар, помощник шефа. Вот, она по так возраст. Ну, у нее еще 50 дней. Так вот. Сейчас она на пробежке, так как она активная. А вот бабуля, которая наоборот, неактивная. Ну ладно. Так. Они типа живут вообще, если что. Просто несколько людей и подростков, которые живут просто вместе. Съехались так. И все. Ладно, познакомлю вас с этим молодым человеком. Его зовут Джексон Стюарт. Посмотрим его. Он веселый, общительный, активный. Мечта всей жизни, душа компании. Новенький. У Стюарта, то есть у Джексона, есть младшая сестра. Ее зовут Линда Стюарт. Так, она творец, мыслитель, добрая и исключительный художник, мечта всей жизни. Ну, художник, спортсмен и художник. Так, посмотрим на этого молодого человека. Его зовут Рон Бакстер. Он у нас будет типа богатенького парня. Добренького, богатенького парниша. Так, перфекционист, способный ученик и человек эпохи Возрождения. Пойдемте дальше. Это Бонни. Бонни Милкова. Милкова или Милкова. Не знаю, как правильно сделать это имя. Ладно. Начнем с характера. Дружелюбная, очаровательная, добрая. Типа милой, добренькой девчушки. Так-то я хотела сделать из нее простушку. Простенькой девушкой, которая еще всему в жизни учится. Она типа будет у нас главной героиней. То, что она мне больше всех нравится. Так, теперь посмотрим на ее сестру-близняшку. Да, они близнецы. Аманда Милкова. Аманда. Хотя они близнецы, но они как бы сказали сразу. Я хочу сделать так, чтобы они не ладили. Сестры-близняшки, которые не ладят. Одна простушка, другая модница. Ладно, перейдем к характеру. Она романтик, очаровательная, самоуверенная. Надо бы мы предстоим узнать, как же, ну, какие у них будут отношения за все эти серии. Ладно уж. Ой, этим ребятам предстоит жить вместе. Пока что они еще подростки, и когда повзрослели, уже решим, с кем они будут. Например, кем они будут сейчас, там бла-бла-бла и всякое другое. Ну ладно уж. Начнем игру. Так. Болтают. Пока что у них хорошие отношения. И, кстати говоря, у меня тут проблемы со звуком. Не знаю, сейчас. Так, стоп.
Эй, включайся. Настройки игры. Странно, аудио. Так, наверное, не заметал. Не знаю. Эй. Странно. Со звуком что-то проблема у меня. Я что-то звука не вижу, не слышу, наверное, потом в видео уже будет звук. Так, посмотрим, что у вас, ребятки. Да, вашу нужду еще надо проверять. Кстати, тут в 74 нужда, ну все, их нужда падает очень быстро. Поэтому за ними надо глаз да глаз. Кто там идет? О, девочка. Ой, какая милашка. Вера. Блин, тут полно русских имен. Тут чаще всего встречаешь русские имена, чем английские, там иностранные такие вот. Ну ладно уж, какие придумали. Что там у нас Марго делает? Бегает. Активная старушка. Теперь домой возвращайся. Домой. Эх, у тебя уже настроение упало. Конечно, коды не жалеют тебе. Да, Марго? Так, иди готовь своим. Кстати, я буду тут читить, то есть буду использовать коды, например, такой, который я использую, чтобы построить этот дом. Так-то я вначале хотела, чтобы она все зарабатывает, но они еще подростки. Так что хотела, чтобы у них была сладкая жизнь. Так, Линда идет к своим подружкам. Эй, иди поболтай. О, кот. Кот. Ой-ой-ой. Простите, за ним это вспомнил. Так, вот она. Из-за второй части Sims 2. Беллагот. Я вообще-то вначале удивилась, то, что она из Sims 4. Мне правда. Вся семья год. Ладно, давайте я вас поссорим. Пакостить. Нет, пакостить будет Аманда. Душевный разговор. Посмотрите, тут от эмоций зависит, как они ходят. Видите, как Марго усталая ходит. Вот, я устался. Стоп. Он что, лысый? Опа. Вот этого персонажа я не видел. Стоп-пэ. Поэтому посмотрим. Мамочки роды. Нет, уже возвращаюсь. Ага. Не знаю там. Так. Пакостить. Угу. Бла-бла-бла. Шокер. Выдумную вечеринку. Неприятные слухи. Что у них? Нет, оскорбить. Пожалуйста. Там. Да что у них повышается? Испугать. Блин. Брать. Эй. Не повышайся. Не повышайся. Я поняла, вот эти шуточки, они наоборот безобидные, блин. А надо, чтобы они поссорились. Отмахнуться. Кричать. Глумиться. Насмехаться над одеждой. Вот как раз для Аманды это подходит. Потому что она будет типа модницы, которая флиртует со всеми. Ну, короче, неприятная особа. Насмехаться. И которая по сюжету мне будет флиртовать с нашим Джексоном. Да. А Мони? Не знаю. А потом я решу, что кто будет с Роном.
хорошо. Затем насмехаться над одеждой. Ну давайте, сольтесь. Я думаю, будет эффектней насмехаться. Давайте. Опа, уже красное. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Дело пошло. Никакого прощения. Так. А теперь ты. Драться. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Сейчас увидим эффектную драку. Стис 4. Кстати, я хочу предотвратить. Опа, вот это драка. Вот это драка. Эффектнее, чем Стис 3. Ну ладно, скажу так. Видео будет длиться только 15 минут. Так что они будут коротенькие. Вот. Они уже все. Враги навек. Это крыльцо. Признать врагом. Безжалостный. Так, тот-то, сё-то. Признать врагом. Признать врагом, признать врагом. Эй. Чё это с тобой? Ошалевшее состояние. Ошалевшее состояние. Внимательность. Опа, кто это? Кто это? Кто это? Так, слишком странно. Я даже герой, он слишком странно. Так. О, делает уроки. Молодец. Типа, помоги мне с домашкой. Я сама не могу. У меня с ним проблемы. Поможешь мне? Да, конечно. Простите, мне плохо с мужским голосом. Просто буду озвучивать их стыдка легко. Так. О, сестрица. Ну почему-то опять там бла-бла-бла. Ну блин, не фейк-лонг фильм. Чего это она на него злится? Не знаю. А, она не злится. Душевный разговор. Они брат и сестра. Душевный разговор. У них должны быть хорошие отношения. Так. Вот, а ты иди, вот это Бонни. Disney Company. Иди, молодой бой. Стоп, стой. Офигеть. Тут даже такое есть. Ну ладно. Ну ж, хорошие друзья. Значит, ну, может, потом будут тоже нас. Анекдот по станции Суэлли. Покушай. Малыш ты мой. О, а ты кто? Я уже забыл про их нужды.